решил я поставить разделительную решеточку вот пчелам, потому что что-то мне не нравится. Матка наверх пошла сама по себе. Сейчас будем решать вопрос с тем, что все у нас пошло как надо, а не так, как хотят ребята. Маточку я отделил, вот. Сейчас мы посмотрим. Она пока тут у нас. Сейчас ее в сторонку поставим. Посмотрим гнездо, что у нас тут. Поставим другой корпус деревянный, не пластиковый. Вот. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут с пчелами. Почему матка пошла сюда? Ну, засев у нас тут хороший. Тут расплода тоже много. У нас получилось. Установили мы разделительную решетку. Ну, посмотрим, матка пойдет вверх, не пойдет. Будет, может, там сеять. Короче, как-то так сейчас наверх поставим рамки.